Всем привет, ребята! Вот он. Вот он наш шестой сезон с модом Pixelmon. Не знаю, не могу сказать, долго ли вы его ждали или ждали вы его вообще, но держите. Потому что мне кажется, что мы уже намного дольше отдохнули, чем я ожидал. Где-то сколько мы отдыхали? Неделю-две от Pixelmon. И в какой-то степени мы уже, наверное, успели за ним соскучиться. И вот он. Честное слово, я хотел делать голосование, выбор стартовика. И я хотел кого-то сам выбрать. Я, может, и прислушивался к мнениям, да, в принципе, не может, я прислушивался к мнениям. И, в принципе, если даже взять логическую цепочку. Давайте поразмышляем перед тем, как выбрать стартовика. В первом сезоне у нас был... Нет, в первых трех сезонах... В первых трех сезонах у нас был стартовик Чармандер. В четвертом сезоне у нас был Чимчар. То есть 4 огненных покемона 4 сезона подряд. В пятом сезоне у нас был Маткип. То есть в пятом сезоне мы нарушили традиции. И в принципе даже не то, что традиции, а разнообразие. У нас стал стартовиком водный покемон. В шестом сезоне, чтобы прям убить до конца разнообразие, давайте мы возьмем травяного покемона. Кто за? 4 сезона огненный, 1 сезон водный и 1 сезон травяной. Мне кажется, прям круто. Поэтому, ребята, берем травяного стартовика. Но кого взять, я не имею представления. Бульбасавр. Ну, староват. То есть, ну, я хочу какого-то новенького. Чикорита. Ну, как-то не по мне, если честно. Снайви. Не хочу. Ну почему-то меня не тянет Снайви. Выбор у меня лег. Трико или Туртвик? Туртвик. Я не представляю. Гратл. Туртера. Гровайл. Знаете что? Давайте мы возьмем Туртвига. Я не знаю почему, ну просто я хочу Туртвига. Мне кажется, никто не будет против. А если даже будет против, то извиняюсь, ребята, но травяного уже нужно когда-то выбрать. И, если честно, мне по душе больше Туртвик. Ну, Трико он такой, как бы. Туртвик более такой, какой-то миленький, то есть это какая-то черепашка. Мне кажется, он будет очень прикольным. Берем Туртвига. Вот он, наш сезончик. Ребята, перед тем, как вообще хоть что-то начинать делать, ну, у нас есть собачка, но мы ее потом вызовем. Перед тем, как начинать хотя бы что-то делать, давайте мы подробно рассмотрим вообще все моды, которые я установил и которые можно будет устанавлять. Самая новая версия Pixelmon — это 4.0.5. Версия Майнкрафта 1.8.0. Дальше. Половина модов, которые были в пятом сезоне, то есть в предыдущем, в этом сезоне нету. По одной простой причине. Их вообще не существует на новую версию Майна. То есть 1.8... Сама версия Майнкрафта, она уже вышла вроде давно, но до сих пор нету толковых модов, нету Библиокрафта, нету, там еще были, нету еще одного мода на декорации, я не помню, как он называется. Нету Pumps Harvest мод, то есть на еду я установил какой-то другой мод на еду, чтобы просто для разнообразия, можно сказать. Что самое печальное, вы, может, видите сейчас в углу, но нету мода на Покерадар. Не выпустили, к сожалению, не выпустили мод на Покерадар на Pixelmon. Его нету. Поэтому начинается хардкорный сезон без Покерадара. Вы сейчас видите рандомную карту. Это единственная карта, которая мне пошла. Я целый день сидел, создавал сборку. Одна карта не пошла, другая карта не пошла, третья карта пошла, захреначила всю сборку, что у меня мир не спамился. То есть спамились какие-то кубики в каком-то большом пространстве. То есть, знаете, как будто мы где-то летаем, и там где-то заспавнится 1-2 кубики, и все, это весь мир. Заново устер всю сборку, потому что я вроде удалил тот мод, но сборка заново, но мир заново не создавался. Это единственная карта, которая пошла. И что самое главное, мне хотя бы что-то тут нравится. А нравится мне то, что тут видно хотя бы, что кто-то вообще где-то находится. То есть... если заспавнится легенда, мы не сможем увидеть, где она.
Если заспамится шайни, мы не сможем увидеть, где он. Если заспамятся боссы, мы не сможем увидеть, где они. То есть в этом сезоне мы будем убивать, может, одного босса за 20 серий, потому что нам нужно его будет своими глазами найти. Не нападай, не нападай, не нападай. У нас 5 уровень Тюртвик. Это будет не очень круто, если вы сейчас нас убьете. Если вообще кто-то заспамится, мы не сможем его никак убить. Все, ребята, мы никак не сможем его убить. Поэтому я не знаю, честно. Единственное... Опа, а у меня не кидается покемон. А почему он не кидается? Настроечки, может? Send покемон, где? Вот. Descend. Send. Minimize next. Может, R? Хм. А как что за фигня? Descend, S, Minimize, ага. Open, next покемон, ага. Previous select, send out покемон, вот он. Вот. Ну, не настроено. Ничего не могу сделать. Не настроено. Поэтому, ребята, честно, главное, чтобы он нас не убил. Убьет, вашу мать. Ладно, а тут очень прикольно, смотрите, ну мы и так вылечимся, потому что, ребята, если нас сейчас убьют, хотя, может, даже мы лечиться не будем, мы просто попытаемся найти покецентр, потому что это тоже полезная фиготень. Давайте пока что мы вот тут создадим точку телепорта, да? Только вот она у нас тут есть, но я не помню, как открывать, вот это выключать, как открывать меню телепортов. Ага, где-то мы сейчас, нет. Waypoints. Да, вот тут. Ну как-то можно по-другому. Вот, да, нашел. То есть покерадара, к сожалению, нету. Да, у нас вот. Так. Покерадара, к сожалению, нету. Да, в принципе, мне кажется, лучше все-таки сначала включить писву, потому что еды у нас тоже пока что нету. Покерадара нету, ребята. Поэтому мы не увидим, мы не сможем увидеть боссов. Мы не сможем увидеть шайни. Если заспамится легенда, мы не сможем увидеть легенду. Единственное, что мне хотя бы понравилось в этом моде, в этой карте, это то, что мы хотя бы сможем увидеть... О, нифига себе, мы возле деревни заспамились. Это хотя бы то, что мы сможем увидеть, что вообще кто-то на карте находится. Потому что, если бы... О, так там еда точно, там еда же будет. Потому что, если бы вообще вот этого даже не было... Никак, мы бы, ребята, вообще никак бы даже не смогли увидеть, что кто-то где-то находится. А так мы сможем хотя бы, если заспамится легенда, да, допустим, если заспамится легенда, то мы хотя бы сможем проверить всех покемонов, которые показаны на карте. То есть проверим, хотя все-таки давайте сначала выключим, потом, когда будет много еды, мы... Ой, прыгнул, вашу мать. А когда будет много еды, то тогда мы уже это включим. Потому что, ну, хотя бы, чтобы какое-то разнообразие, да, было. Также нам хотя бы деревья нужно найти. А я тут, если честно, нифига не вижу. Поэтому мы будем куда-то прямо туда бежать. Через пустыню, может, что-то найдем. Я вроде так хреново заспамился возле океана. Поэтому, ребята, честно, я пока что не знаю. Ну, может, у кого-то есть какая-то фантастическая ссылочка. Кто где-то увидел, что кто-то сделал покерадар, а я об этом не знаю. Если такое существует, в принципе, я буду вам благодарен, но мне кажется, что... Не, вряд ли. Я облазил все, что только мог. Нету. Ну, на версию 1.8, точнее, Майнкрафта, и на версию 4+, Пиксельмона, нету. Нету покерадаров. Нету, ребята. Поэтому... Никак, наверное, мы не сможем поиграть с покерадаром. Будем играть с этой картой. С этой мини-картой. Полный нафиг хардкор. А в чем хардкор? В том, что это будет похоже на сами первые сезоны. В смысле похоже. Но все же. Будет похоже в том, что... Мы будем все стараться делать сами, то есть у нас будет никакой помощи сбока, со стороны покерадара. Потому что если нам нужно Пикачу найти, то мы не возьмем, не откроем покерадар, да, и напишем на покерадаре Пикачу.
пойдем в лес и будем просто там сидеть и смотреть на покерадар, пока заспавнится Пикачу. Там еще деревня вроде, да. Заспавнился Пикачу, подошли к Пикачу, словили Пикачу, убежали. Интересно, как интересно. А вот так? Нам нужно Пикачу. Я, ну конечно, там Пичу можно, но я образно, да? Нам нужен Пикачу. Идем в лес. И ходим, бродим-ка, лободим. Так, перед тем, как, чтобы вы не задавали себе вопросом, вот эти красненькие точки, это не боссы, это вещи, которые вы выкидываете. То есть, это вещи, которые валяются. Смотрите, вот, возле нас, видите, белая точка по центру. Ничего не валяется. Выкидываю вот это. Вот, красная точка появилась. Выкидываю еще красная точка. Я тоже сначала это думал, босс. Нифига себе, вижу какие-то красные точки. Пошел копаться под землей, в шахты искать боссов. Но это оказались не боссы, а просто вещи, которые валяются на земле. Ну, может это и прикольно. Так, картошечка нам нужна, чтобы потом посадить. Это, если честно, да, прикольно. Но это будет полная нафиг хардкорщина. В прямом смысле это будет полная хардкорщина. Потому что нам будет сложно находить боссов. Это во-первых. Во-вторых, у нас не будет предметов, потому что... Ну какие нафиг предметы, если мы не будем даже боссов находить, и мы их, в принципе, не будем убивать? Какие нафиг предметы, если мы даже не сможем дропать какие-то вещи с боссов, да? Это будет хреновенько. Опа, покецентр как раз он нам нужен. Это будет хреновенько. НПС? Ну, по сути, если у нас не будет вещей, зачем нам НПС? Хотя мы можем сделать... Опачки. Опачки. Если у нас не будет НПС, так мы сможем сделать вообще всю систему магазинов. То есть, в чем это будет заключаться? Мы будем выращивать что-то, продавать какие-то вещи за монетки в магазины. Из-за... Ух, нихрена себе ты заспамился. Из-за эти монетки мы будем покупать себе нужные шапочки, нужные вещи. Но это я пока что не знаю. Это если что мы даже будем делать, то, наверное, будем делать где-то в каких-то следующих сериях. Опа, круто, круто. Мы пока что можем лечиться вот тут. Лечиться покекоманда я не буду. В этом сезоне хардкор, пускай будет хардкор полный. Без покерадара. Мы ищем покемонов... Глазами, то есть нужно нам Пикачу, мы идем в лес и будем там сидеть нахрен часами, будем высматривать. Вот в прямом смысле мы будем искать и по карте высматривать каждого покемона. Ага, подошли к этому, это не Пикачу. Подошли вот туда, к той точке, это не Пикачу, это не Пикачу, это не Пикачу, это не Пикачу. Хоть это уже большая помощь, потому что в первых сезонах у нас вообще никакой помощи не было. А тут хотя бы мы сможем смотреть, ага, вот там кто-то есть, подошли, посмотрели своими глазами. Ага, это вот тот, это вот тот, это вот тот. И будем мы так смотреть. То есть это уже как-то нормально, если честно. И по сути мы, наверное, даже личинками не будем пользоваться. То есть покехил мы не будем врубать. А попробуй в этом сезоне про... как это можно испытать себе? В каком смысле? То, чтобы даже ни малейшей какой-то помощи не было. Чтобы мы даже не использовали тот же покехил. Как думаете, ребята? Это классная идея? То есть мне кажется, будет хардкорно. Ну и может прикольно, как думаете? Ну просто, вот сейчас напишите, вот сейчас прямо поставьте на паузу. И напишите в комментариях, как думаете, будет ли это интереснее? Мне кажется, это будет интереснее, потому что если мы будем ловить покемонов собственными силами, искать покемонов своими глазами и смотреть, где кто-то, кто находится. Давайте я пока что шейдеры ночи буду выключать, потому что и так ни хрена не видно. А плюс еще и шейдеры, да? Кровати у нас нету, поэтому, ребята, будем искать своими силами покемонов, будем лечиться своими силами, то есть, ага, нужно вылечиться, подошли к покецентре, или таскаем с собой лечилки, вылечились. Мне кажется, это будет круто, ребята. Если вы в ожидании какого-то чудо-сезона, ставьте лайки, я тоже, ребята, надеюсь, что получится какой-то крутой сезон. Точечка, 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 точечка. Хотя бы у нас будет какая-то помощь телепортами. Так, что я нажал? Ага, вот. Как создается? Ага. Так, да? Ага. Ну, хоть какая-то помощь телепортами будет. То есть, чтобы у нас там был вот этот. Ну, центр, покецентр. Лампен, не нападай, пожалуйста. Чтобы у нас там хотя бы был центр, и мы бы смогли туда возвращаться и лечиться.
Потому что если без телепортов, ребята, ну представьте, ну я понимаю, что это еще будет хардкорнее, это еще мы больше себя испытаем. Но просто подумайте, что это будет. Мы 3 часа будем бежать назад в поисках мэджикарапов, чтобы хотя бы чуть-чуть прокачаться. Прибежали, но не успели к нему добежать. Нет, ребята, вот что-что, но сейчас дождь я не хочу. Прибежали к мэджикарпу, да, прибежали к мэджикарпу. Не успели на него напасть, как на нас напал какой-то 40-й уровень. Пум, хренакс, убил нас. Зашибись. Опять 30 минут назад возвращаться. Мне кажется, это не будет круто. Мне кажется, это будет хреново даже. И мы еще больше времени будем убивать, и это еще более скучно будет. Ну, я прям жопой чувствую, что в какой-то степени может этот сезон даже будет интересней. Собственными силами искать покемонов. Не будет такого простого кача, как в предыдущем сезоне. Ну, в принципе, это я делаю только потому, что нету покерадар. Если бы был покерадар, я бы его, конечно, установил. Но это наше испытание, ребята. А, Гулдин, нет, нам нужны карты. Вот он, 9-й уровень карт. А, поэтому будет какое-то испытание, ребята, в какой-то степени. Также какое еще испытание? Хилку мы тоже не будем использовать, постараемся ее не использовать, а будем хилиться своими способами. Если нам нужно хилиться, возвращаемся в покецентр и выхиливаемся, да? Хюртвик, 7-й уровень. Прогресс. Если точно, может сделать обзор на новую версию мода, потому что многие, наверное, не знают, в чем прикол. Может, вы уже заметили снизу экрана рисунок Покедекса. В чем прикол? Покедекс удалили полностью с игры, и Покедекс находится как будто у нас в разуме. Нужно что-то посмотреть. Выкидываем покемона, нажимаем на букву И, и у нас открывается Покедекс. Если вы что-то не понимаете о этом покемоне, нажимаете View Wiki, и у вас автоматически открывается браузер и перекидывает вас в Википедию пиксельмонов. Это прикольно, если честно. Потому что, ну, если вы не знаете что-то о покемоне, вас перекинуло, и я не знаю, зачем я это собираю, но... Так, ну хотя бы сначала нужно стандартное сделать. Вас туда перекинуло, и все, круто, смотрите вам о покемоне, что вам нужно. Так, это сюда. Ой, нет, это сюда. И сразу создаем топорчик, потому что... Во-первых, у нас тут стоит трикопитейтер. То есть, нужно нам что-то срубить. Вот что-то... Опа, нет, это не шахта. Нужно нам что-то срубить. Подходим. Ждем 3 часа, пока это срубится. Можно вздремнуть. Можно выспаться. Можно еще раз вздремнуть. Можно опять выспаться. И вот у нас выпадает вот это. О, мистер Майм, здрасте. Нужно еще, может, Оптифайн установить, потому что я бы хотел увеличить. В принципе, Оптифайн будет даже прикольный. О, новый покемон. Оптифайн. Опа! Оптифайн даже будет прикольный. У них хрена себе 50 уровней. Будет прикольный только и даже для того, чтобы мы смогли смотреть покемонов, да, потому что. Так, давайте сначала выкопаем. Потому что. Если нам нужно посмотреть, если мы заподозрили, что это шайни, или если нам нужно словить какого-то покемона, и чтобы не подбегать к каждому покемону, мы просто приблизили, или, может, что-то там, я подозреваю, а может это босс, приблизили, ага, босс, побежали туда, убили босса, ну, поэтому, мне кажется, будет так даже прикольнее. Посмотрим, ребята, я пока что не знаю. Куча модов не пошла на эту версию, потому что их просто-напросто то ли нету, то ли они не рабочие, то ли еще что-то, то ли бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не работает. Хоть убейте, не работают. Поэтому я ничего не смог сделать. Половины нормальных модов, которые я бы, наверное, сюда установил, я не установил, потому что просто-напросто не смог. Поэтому ничего... Опа, ребята, первая нафиг серия. Мы нашли 3 деревни. 3 деревни. Одну в пустыне, одну в саванне. Нифига себе, мы еще... Офигеть, ребята, мы... Офигеть. И одну в равнине. Плюс тому мы еще и данж нашли. Ну, как данж? Как это называется? Сокровищница, да? Ну, как вы можете заметить, то, что, в принципе,
Я выключил пока что голод, потому что первой серии не хочется уже голодать с первой серии, да? А, поэтому голод у нас пока что выключен. Потом я его, может, включу. Ну, не может, а, наверное, включу. Печки. Ну, печки, ладно, не будем уже такими даже жмотами, что... Ух ты, ни хрена себе. Ну, шлем я не буду брать, не нужно, нету смысла. А то, что у нас уже один алмаз есть, это мы вроде сможем сделать лечилку там, где нам нужно. То есть, построим дом, сделаем лечилку. Это круто. А, но хреновенько то, что нету ни Not Enough Fight, ну, в смысле, ну, вот тот мод, который позволяет видеть крафты. Нету ни Craft Guide, это другой мод, который позволяет видеть крафты. Нету никакого мода, который мог бы позволить вам видеть крафты. Поэтому даже ту же лечилку я уже не помню, как она делается. Ну, там алмаз один, алюминий, еще другая хрень, да? Так. Главное не убиться. Вот так. Ух ты! Что? Я обосрался вроде чуть-чуть. Ага. Так, а как работают телепорты? Телепорт. Опа. Ну, нормально. Нормально работают. Все нормально работает. Ни хрена себе бомбануло. Кровать еще бы сделать. Нам марипы нужны. Ну ладно, то есть. Нам бы хотя бы сундучок. Хотя мы, в принципе, могли сделать сундучок. Там взять сундуки. Ну да ладно, тоже. Не будем такими жмотами уже, да? Пока что вот такой сундучок хватит. А, в принципе, можно даже еще один сделать. Опа. Вот так. Замечательно. Тут светло, поэтому пока что нормально. Складываем те вещи, которые нам, в принципе, сейчас пока что не нужны. Так, это заберем. Это выложим. Еды уже пока что нормально так, если честно. Замечательно. А, дальше. Там опять дождь. Возможно, ну, в принципе, в саванне он... Да. В саванне он вроде не падает. Да, дождь. С шейдерами видно, что дождь, то есть не видно, что падает дождь, а видно, что он падает там за саванной, да? А, так, печечку мы делаем, дальше, это сюда, делаем уже нормальные инструменты. Так, ладно, я не успел выключить дождь, как он опять начался, вашу мать. Так, это сюда, это сюда. Да, в принципе, все, пока что не нужно больше ничего. Так, сейчас отсортируем. Это сюда. И печку можно тоже уже куда-то поставить. Тут, так, сейчас, дайте-ка я вот сюда поставлю. Тут стоит мод, как трикопитейтер, только на руду. Вы спросите, что это вообще? То есть, ты подходишь к залежу угля. Где там где-то, ну, я уверен, точнее, ну, это понятно, что не всем нравится копать уголь, который там заспанился, и там еще пару стаков угля, у вас кирка не зачарена, ничего, и ты копаешь уголь за углем, и пока ты это накопаешь, то можно с ума просто-напросто прям взорвать свой мозг, можно и так сказать. А так, ты подходишь к залежам угля, опа, здрасте. Ты подходишь к залежам угля, хреначишь один уголь, и тебе выпадает весь уголь, который был в том залеже. Это круто, мне кажется. Это, мне кажется, круто. То есть, копанул один, выпали все. Мне бы хотелось, чтобы ты нас не убил, седьмой уровень милтанк, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, как видите, в принципе, логично, седьмой уровень тюртвик, ух, ни хрена себе крит пошел. Что вы хотите от седьмого уровня Тюртвига? Ни хрена нормального. Поэтому пока у него нету нормальных атак, будем хреначить вот это, вот этим. Замечательно, 11 уровень. Тут есть у нас бэкпаки, если что. Поэтому потом создадим себе бэкпаки. Вот, видите, уже новое. Вот, замечательно. Замечательно, и мы тебе сильнее будем хреначить. И плюс тому мы вроде восстанавливаем себе жизни, да? Ну, ты 10 уровень, не очень так хочется. Нужно собирать, потому что, ну, по сути, как мы будем вообще априкорн делать, если у нас не будет априконов, ну, если у нас не будет нужных нам ингредиентов. Диглет. Ух ты, тропинч, 30 уровень, иди в попень.
Я бы шахту вам хотел показать, найти, то... Опа, вот залежи, вот залежи. Так, вот смотрите. Будет ли это работать, я не знаю. А вроде нужно включать где-то. У меня это вроде было включено. Как оно называется? Vein Miner, вот. А хрен его знает, честно. Это включено, не включено. А если вот сейчас... Не знаю, честно, ребята. Может, я неправильно установил. Хотя вот тут есть, да? Вот. Activate Vein Miner. Вот он. Вот. Я активировал. Но, походу, оно как-то то ли другим способом работает, то ли нужно начинать с железной кирки, да? Потому что, может, ну... может, каменная не работает. Я не имею понятия. Я первый раз установил вот этот мод, чтобы... Ну, попробовать хотя бы что-то новенькое, да, разнообразить. Чтобы даже вот те же походы в шахту, которые, по сути, обязательны. Потому что без походов в шахту, даже в том же пиксельмоне, вы не выживете. То есть, я понимаю, что это мирный режим. Тут нету ни монстра. И поэтому ресурсы, можно сказать, не нужны. Но как не нужны? То есть, без ресурсов вы не сможете не сделать ни факела. Вы не сможете не сделать ни лечилку. Вы не сможете найти... Алюминий, то есть вы не сможете сделать никакую машину. Без алюминия, без железа вы не сможете сделать покеболы. Поэтому поход в шахту, по сути, обязателен. Я понимаю, что многих это раздражает, что ууу, какая нафиг шахта. Иди лучше слови там 35 новых покемонов, нафиг эту шахту. Я прекрасно понимаю, но без нее, к сожалению, нельзя никак. Вы в принципе, не сможете вообще никак выжить, да, можно и так сказать. А мы разве не по кругам ходим? А фиг его знает. Мне кажется, по кругам. Опа, вот тут шахта большая вроде. Ух ты, нифига себе большая. Большая-пребольшая. Так, знаете что? Ну, железо, в принципе, нам нужно. Так, сейчас. Это сюда. Что я хотел? Шакл. Ну, если мы шакла ударим водной атакой, хотя водной атакой... Опа, это что такое? Ага. Это, то есть, я использовал одну атаку, и он ударил на тоже какой-то... А, вот, все могу, уже могу. Вот. Ну, да, ладно, лучше убежать. Потому что мы ему не... Да, ваш... И вот сейчас иди в пень. Какой ты, твою мать, дотошный. Ну ладно, убивай уже, так уж и быть. Я вижу, ты прям очень дотошный. Хотя мы вроде вот это... Да, это и так... Ну ладно, то есть уже обрадовался, что это и так, а мы вылечиваем себя. В принципе, мы вылечиваем, но недостаточно. Недостаточно, чтобы справиться с этой паскудой. Ну ты будешь уже плыть... Вашу мать, ну почему ты такой пьяный? Не знаю, пьяный, не пьяный, или просто-напросто не попадаешь в дырку. Попадаешь в дырку, это как-то... Ну это как-то уже прям слишком пошло прозвучало. Ну, я думаю, вы поняли. То есть не попадаешь туда, куда нужно попасть. Короче, идите в пень. Буду я сейчас объяснять вот это. То ли там шахта, или то ли мне кажется, или то ли это просто обычная лава где-то там. Где-то там. Уголек я вижу. Уголек это, в принципе, везде уголек. А нам нужно железо хотя бы. Нам нужно хотя бы железо. Так, я ни черта не вижу. Да ладно. Да ладно. Вы не заметили? Вы не заметили? Да как? Да ладно, первая серия. Я не за этим даже шел, если честно. Вы не заметили? Если что, то сейчас я вам покажу, что. Вы фосил не заметили, ребята? Охренеть. Я понимаю, что в океане его вроде полно, но... Чтобы найти фосил в шахте, это прям в первой серии, и даже тогда, когда ты... Опа. Ну ладно, то есть давайте рискнем. Может там что-то будет. Если не будет, то вернемся домой. Хрен тут что-то будет. Ладно.
Вернемся домой. Карта, ну, в какой-то степени хреновая, только потому, что нету глобальной карты. То есть ты не можешь открыть большую карту и посмотреть, куда, где ты был, куда тебе можно пойти, что там находится. Все, что ты можешь сделать, это просто увеличить вот эту карту, чтобы подробнее так рассмотреть, что там находится. Это, ну, чуть-чуть хреново. Вот так. Да ладно, ребята. Первый фоссил в первой же серии. Офигеть. Так, ладно, это можно выложить, можно выложить, можно выложить, можно выложить. Вот так. Факелы. Опять до... Сейчас. Три дождя за одну серию? Да вы издеваетесь, нахрен. Ну какие в жопу дожди? Ну, три штуки. У нас в предыдущем сезоне один дождь, может, падал раз в 10 серий, ну ладно, в 10 не в 10, но раз в нормально так серий. А сейчас за одну серию нафиг столько дождей, нужно было вылечиться. Ну да ладно. Я просто, знаете, проверяю сейчас везение вот это с этим, с этим, как его, окаменелостью, да, с этим фосилом. Потому что тут у нас горы. Если мы сейчас поднимемся и там окажется алтарь Забдоса, я обкакаюсь от счастья. Ну, в смысле, даже если попадется алтарь Забдоса, то, ну, по сути, давайте вот тут поставим, может, хотя потом, если что, вернемся. Даже если бы мы сейчас нашли вот тут алтарь Забдоса, то большой пользы он бы нам не принес, то есть он бы нам вообще никакой пользы не принес, потому что у нас даже мало того, что если бы мы его смогли заспавнить, то есть нашли орб, нашли камень эволюции, прокачали орб, и если бы мы смогли уже вставить в алтарь, и чтобы его заспавнить, то мы бы его вряд ли словили только... только потому, что у нас нету мастербола. А как мы вообще будем мастербол добывать? Как мы вообще будем в этом сезоне выживать? Это какой уже хардкор будет? Ни мастерболов, ни экспешеров. Найдем, может, одного босса раз в 10 серий. Ух ты, нихрена себе, амбуар. Но может это будет к лучшему, посмотрим, ребята. Пока что мы судить не можем. По первой серии у нас может сложиться какие-то, ну прям пятютельские какие-то впечатления об этом сезоне. По первой серии вы никак не сможете сказать, это самый крутой сезон или это самый хреновый сезон. Но это круто, что мы... Первая вещичка, это у нас что? Ага, ну темка, понятно. В принципе, вот, вещички искать. По первой серии, ну, никто не сможет толком сказать, хреновый ли это сезон, или крутой ли это сезон, или самый лучший вот этот сезон. Потому что складываются только какие-то маленькие впечатления. Вы не можете сказать точно. И я не могу сказать. Что-то мне нравится. Может, какая-то такая хардкорность мне нравится. Но не нравится то, что нету покерадара, это затянется надолго, мы не сможем делать то, мы не сможем делать все, у нас не будет покемонов, у нас не будет шайни, мы не сможем находить боссов, мы не сможем одно, другое, третье, десятое, двадцать пятое, тридцатое. Но с другой стороны, может этот сезон окажется каким-то крутым и вытащит его только его хардкорность. Я не могу узнать, но в первой серии мы нашли уже одну темку, может это круто, может это нет, посмотрим. Я пока что не могу судить, ребят. Для первой серии, мне кажется, этого достаточно. 30 минут, полчаса, нормально. Завтра новой серии Пиксельмона не будет, а может будет, зависит от вас. Чтобы тоже не напрягать себя Пиксельмоном, будем выпускать серии только тогда, когда предыдущая серия наберет 800 лайков. Будет ли это сегодня, будет ли это завтра, новая серия выйдет завтра. Будет ли это послезавтра, значит новая серия выйдет послезавтра. Будет ли это через неделю, то новая серия выйдет через 8 дней. Зависит от вас. Таким способом мы будем и отдыхать от Пиксельмона, и также будем доказывать, нравится ли нам Пиксельмон или нет. Хотите ли вы продолжение или нет? Сезон, ну вот прям, чтобы впечатлением поделиться от первой серии. Будет ли этот сезон долгим? Будет ли он интересным? Будет ли он захватывающим? Будет ли он каким-то впечатлительным? Я не могу сказать, потому что без покерадара меняется весь геймплей, вы сами знаете. Если мы могли убивать по
30-40 боссов в одну серию, и через несколько серий у нас уже были полностью заполненные сундуки, что вещи уже прям сыпались оттуда, и мы уже не знали, куда вещи девать, и темки, которые мы видели, они уже валялись на полу, потому что уже нам некуда было их пихать, мы просто брали и выкидывали их. В этой серии такого не будет. Может, раз в пару серий мы найдем покелут, который валяется на земле, да, как сейчас мы нашли темп. Может, в несколько серий мы там сможем найти одного босса. И то не факт, что с него сможет что-то выпасть. Поэтому, ребята, я вам не могу сказать, будут ли у нас мастерболы. Будут ли у нас еще что-то. Но, по сути, в первых же сезонах тоже покерадара не было. Но мы как-то ловили, легенд, мы как-то находили мастерболы, и как-то мастерболы нам выпадали. Тогда, если мы убивали 10 боссов, находили 10 боссов за 50 серий, то с 10 боссов нам выпадало 2 мастербола. Я просто в шоке, потому что в предыдущем сезоне мы находили по 500 боссов за 10 серий, мы убивали 500 боссов, ну образно. Хотя как образно, мы офигеть как много. Ладно, 500 не 500, но за 10 серий мы убивали около 100-150 боссов. Один мастербол нам выпадал, может, раз в 1000 боссов. То в первых сезонах один мастербол выпадал раз в 5 боссов. Потому что, чтобы найти тех 5 боссов, нам понадобилось полсезона, если честно. Поэтому, ребята, хоть убейте, я не могу ничего вам сказать по этому поводу. Потому что я сам не в курсе, что с этого получится. Опа, там за нами подгляд. Кто? Джорджия, иди в пень. Поэтому, ребята, я не могу сказать, честно. В первых сезонах мы как-то справлялись с тем, что у нас не было покерадара и все такого. Но вы сами знаете, что с покерадаром практически меняется весь геймплей. То есть, что было в пятом сезоне, не сравнивайте с шестым сезоном. Потому что шестой сезон будет на 80-90% другой, чем тот же пятый сезон. Я не знаю, честно, ребята. На этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки. 800 лайков. Завтра выходит новая серия. Нету 800 лайков, не выходит новая серия. Тем самым мы будем отдыхать от Пиксельмона, будем доказывать, что мы его любим, и будем убеждаться, что мы хотим новые серии. Если не будет, значит, не хотим новых серий. Зря вообще этот сезон. Оставляйте свои комментарии. Я буду очень рад, если вы их оставите. Не стесняемся. Я пытаюсь читать все комментарии, также пытаюсь ответить на них тоже, на все комментарии. Поэтому, ребята, вступайте в нашу банду крутых персов, все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться, вы автоматически станете большим членом нашей банды, вы станете, ребята. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.